Здравствуйте! Сегодня у нас видеообзор на новую модель от компании Atomic Benchettler 100. Ну, Benchettler 100 это вот младший брат вот Benchettler 120. Топ-модель, что называется. Benchettler 120 всем известно. Это про-модель знаменитого Криса Benchettler, мастера, что называется, фристайла бэк-кантри. Исполнитель трюков на естественном рельефе. Ну, твинтип прыжковый. О нем мы потом расскажем. Да, у них там даже вон есть автограф на этой лыже его. Он Крис Benchettler'а. Канадец он. Что такое Benchettler 100? Ну, а это такая вот достаточно узкая, 100 это талия, 100 мм. Достаточно универсальная модель для людей, которые еще не определились, но которые хотят все-таки куда-то вот выйти за флажки. Вне трасс. Характеризуется достаточно коротким радиусом поворота. 172-й росток и 18 метров. Неплохой хваткой кантов. Неплохо держит на жестком. Очень хорошо идет по разбитому, по буграм и по неглубокой целине. Стоит она относительно недорого. И для тех людей, которые вот только собираются выходить вне трасс, это актуальная модель будет. Аналогичную модель выпустила компания Fisher Ranger 102FR. И вот Atomic. Это все лыжи недорогие для начинающих. Ну, технологически она Double Rocker. Технология ложки в носке, спун. Ну, в общем, то же самое, что на большом Benchettler. Весовой прогиб под ботинком. Лыжи, скорее, все-таки универсальные. Но можно кататься и вне трассы. Ждем вас в наших магазинах.